Всем большой привет! Начинаем влог со дня Святого Валентина. Всех со днем Святого Валентина. Счастья, здоровья и самое главное любви. Почему бы не отпраздновать такой вот добрый праздник, который идет с любовью. Вот мой завтрак. Мой любимый мне сделал блинчики с медом и канелью. Всех с любовью. Показываю вам мой аутфит на день Святого Валентина. Ну, я не буду одевать юбку, потому что у нас очень пасмурно и, возможно, будет дождик. И если я хочу погулять по Парижу, то лучше брючки. Вот такие брючки я купила вчера из, как бы, такой гобелен или креп, не знаю, как были у наших таких мам. Совершенно простые, классические, с маленьким ремешком. Наверх я буду одевать такую вот широкую рубашку, под нее кружевную маечку с моим колье, вы уже его видели, по цвету очень подходит к брюкам, браслетик от Guess, платочек или снуд, посмотрю, что подойдет, мой любимый парфюм Coco Chanel. И вот такие ботильончики не буду одевать, они тоже новые, я вам не показала в покупках. Сейчас очень модна такая обувь. Я одеваю на плоском ходу, потому что хочу все-таки погулять по Парижу. Ну вот, вот такой мой наряд. Всем хорошего праздника! И добренького дня. Всем привет. Ну вот мы едем в Париж. Муж пригласил меня на бранч. Так что все вам покажем. Пока. Хорошего праздника. Париж и пробки. Как всегда, даже в воскресенье. Куда народ едет? Наверное, все едут на праздник. В ресторан. Bébé d'amour, t'as. Sinon, on va en face. C'est quoi? Ah, ouais. Café Pushkin. N'est-ce pas, pas bonjour. 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 On a réservé. Calgaro. Bonjour. Bonjour. C'est de 50. Ah ouais, c'est de meilleur plat. Merci. Merci beaucoup. Installez-vous. Припудрить носик, посмотрите, какая.
Merci. Bon fête, chérie. Mon amour. Quelle était belle bleue. Comment ça se fait? На закуску огуречки русские. Борщ вегетариан. Спасибо большое. И также в крем-фреш. Также в крем-фреш. Это крем-фреш, я его ожидаю. Ты можешь? А? Ну, мы все... Ты как все? Такое меню дегустацию. Да, строгано. Пюре, рыбка, салат оливье. И пирожок с грибочками. Приятного аппетита! Десертик. Шарлотка с грушей и с карамелью. Шоколадный торт. Водочки выпьем. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. С праздником. И вас с праздником. Водка белуга. Ну давайте, девочки и мальчики. На здоровье, с любовью вас. Найдите свою любовь и держите ее крепко-крепко. И не теряйте. Пари. Мы пошли в книжный магазин. Только книжные магазины открыты. Вон Коко Шанель. Bonjour. Bonjour, madame. Возьмем книжку, делаешь.
coloriage pour les adultes. Tu sais, tu colores. Comme ça, c'est coloriage Vogue. Et c'est relaxation. Tu colores la mode de ça. C'est marrant. Разу крашка для взрослых. Такая терапия такая. В картинках это Vogue. Смогу. Витрины Louis Vuitton. Такая вот прелесть. Плохая сумочка. C'est le bag de Louis Vuitton. Знаменитая церковь Сен-Жермен-де-Пре. Напротив нее магазин Louis Vuitton и кафе Les Deux Magots, знаменитое кафе Hemingway. А это мой дорогой, мой шури. Что вы думаете, это бутик Guerlain. Вот так вот его так сделали. Сифора. Кто не любит сифор? Все любят сифор. Сифора де Шанс-Элизе. Всякие разные.